В качестве делегата 20-го съезда КПК Лу Яньхуа взяла на себя большую ответственность за защиту и наследование национальной культуры. Меня зовут Лу Яньхуа. Я коммунистка из Тирана Найцев уезда Чжаохэ провинции Хэйлунцзян. Эта песня «Имакан» рассказывает о героической истории, которая произошла на берегу реки Уссури. «Имакан» — это уникальное народное рэп-искусство нанайцев. Оно считается живым образцом истории нанайцев. Однако язык нанайцев не имеет письменности. Их язык передается из поколения в поколение в форме устной речи. Так что многие замечательные произведения искусства утрачиваются. Я должна взять на себя большую ответственность за защиту, сохранение и наследование национальной культуры. Чтобы развивать проект культурного туризма с этническими особенностями нанайцев и помочь всем жителям деревни стать более обеспеченными, мы с товарищами из сельского комитета навещали жителей непосредственно в их домах. Вместе с жителями деревни мы репетировали песни и танцы нанайцев, изготовили национальные корзины из репьей кожи, корзины из бересты. Туристов становится все больше и больше. И туристическая визитная карточка нанайцев становится все известнее и известнее. Жители деревни становятся богаче. Продвигать брендовую культуру нанайцев. Я коммунистка, я делегат 20-го съезда КПК. Я Лу Яньхуа.